На прошедшем аппаратном совещании благодарственным письмом отметили труд еще одного педагога. На сей раз заместитель директора по воспитательной работе в школе номер 29 Елены Смоленцевой. Совсем недавно она представляла МИАС на областном конкурсе «Воспитать человека» и заняла второе место. Пройдя заочный тур, Елена Смоленцева добилась права представлять МИАС на областном этапе конкурса. Перед педагогами стояла непростая задача – показать себя с разной стороны, как учитель, как коллега. И самое сложное – найти общий язык с учениками, которых видишь впервые. Елена Васильевна признается, безумно волновалась. Силу и уверенность ей придавали свои ученики. Кстати, именно они сняли фильм о своем педагоге на конкурс. Я очень переживала, потому что это уже защищало не только свою школу, но и свой город. Но вот, к счастью, я смогла, справилась со своим волнением, потому что у меня была замечательная группа поддержки, замечательный мой коллектив. Поэтому я чувствовала за собой спину и детей, которые меня очень поддерживали, и своего коллектива. Елена Смоленцева 25 лет преподает русский язык и литературу в 29-й школе. Признается, что на работу приходит как на праздник, ведь для нее каждый день особенный. Что каждый день он настолько наполнен событиями, что они все настолько яркие. Вспоминаешь, и каждый, наверное, день, вот каждый очень важный, каждый яркий. Елена Васильевна гордится, что именно ей предстоит подготовить детей жить в мире, где каждый день происходят перемены.